первый день весны автобус номер 2 изменит схему своего маршрута. Как нам рассказали в отделе транспортного обслуживания населения администрации Бердска, изменения произойдут из-за многочисленных обращений жителей нашего города. У нас проходило много встреч с жителями микрорайона Юго-Восточный. Жители военного городка к нам обращались. Депутаты округов по наказу избирателей. То есть, учитывая все вот эти мнения, решено, что с 1 марта автобус маршрута номер 2 возвращается к прежней схеме движения. То есть он будет идти с остановки вокзал через микрорайон Юго-Восточный и до остановки санаторий Берский. Таким образом, люди отдаленных районов санатория Берский, микрорайона Ясная Поляна, также смогут им воспользоваться. Также предполагается, что с 1 марта двойка будет ходить круглогодично до остановки «Новое кладбище». До этого автобус курсировал до кладбища только в дачный период. Связаны эти изменения не только с дачниками, но и с переносом приюта для бездомных животных «Надежда». Расписание движения автобуса будет опубликовано на сайте администрации города Бердска.